Сегодня в Карачаево-Черкесии начался первый этап снятия ограничений, о котором накануне заявил глава республики Рашид Тимрезов. Но необходимо также строго соблюдать все установленные санитарно-эпидемиологические правила, масочный режим и социальную дистанцию. К работе начали возвращаться работники сферы услуг, открываются магазины с непродовольственными товарами. О том, как будет вестись работа торговых площадок, узнавал наш корреспондент Руслан Джукаев. Спустя почти 3 месяца самоизоляции Карачаево-Черкесия приступила к первому этапу снятия ограничительных мер. Сегодня к своей работе начали возвращаться автомастерские, парикмахерские, магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Возобновляется работа и межмуниципального пассажирского транспорта. Для более ясного понимания, как будет вестись работа торговых площадок после снятия режима самоизоляции, мы зашли в один из магазинов одежды города Черкесска. Сегодня первый день открылись мы после самоизоляции. Ну, естественно, для нас самое важное в данный момент – это сохранить свое здоровье, предостеречь себя и своих клиентов. Мы перед тем, как открыться, обработали двери, полы, столы, все оборудование вот здесь хлорсодержащими препаратами. Владельцы магазинов начали свою работу в первую очередь с внедрением мер защиты для покупателей. И это очень важно, ведь вирус никто не отменял. Так, в одном из свадебных салонов, куда мы тоже заглянули, всем посетителям дают маски и обрабатывают руки антисептиком. И только после этого покупатели приступают к выбору нужной вещи. Хоть массовые мероприятия и свадьбы пока запрещены, но платье можно выбрать и купить заранее. Также здесь и эксклюзивные маски. После длительной изоляции, конечно, у нас было много покупателей сегодня. Люди уже начали активизироваться, приходят, интересуются. Все уже с хорошим настроением, потому что ждут, когда закончатся все наши небольшие проблемки, я так думаю, и уже начнутся свадьбы. Поэтому люди начали уже готовиться. Покупают аксессуары, платья, конечно, невесты уже с хорошим настроением приходят. На территории торговых площадок производится плановая дезинфекция помещений и обработка товаров, но главной защитой от вируса является ответственное отношение к своему здоровью и соблюдение всех мер защиты. Руслан Джукаев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.